Вот какой вот Майнкрафт 0.11. Ну, у нас сейчас уже 34-я серия. И сейчас могу продемонстрировать. Эй, вот и сиди. И у нас я создам новую однавки циклад. Ну вот. Вот что у нас серия и как реалистично типа. Это просто класс бутербермена. Вот так. Ха-ха-ха. Ты что, креативный? Ну, сейчас теперь включим выживание, и что будет? Thank you.
Доверься. Доверяешь ты мне все. Хорошка у меня. Вообще. Боговый эндермен. А если вот, например, 1.0.4.0? Да вот типа вот. Вот это. Вот 1.0.4.0. Ну, вот я вижу начало агрессии. Мы сейчас продемонстрируем. У нас будет самая смешная и эпичная. Они не разделываются. Это типа у нас Xbox появилась. Типа. Зачем мне Xbox? А у нас появились. Я сейчас буду гавкать твоим. А говорит. Нормально? Они стали встречаться. Я все. А ну уже. Скала. Стали быстрее. И нормально такие глаза. Гламурные. А когда он агрессивен, у него какие-то жесткие, гламурно-жесткие. Загроможденно. Но у тебя, Эндерман, ты загроможил все. Ты все загроможил все. Ха-ха-ха! Эндермен 30! А Гузи Боб 666 было особенно 350. Вот, например. На этом уровне 4 ключевых! What the fuck? Мне надо...
девушки, что из состава. А это еще кто? Все за гробовщины и на быстрой скорости. И так что, и вы погибли? Это все просто и нелогично. Ставьте лайки, вступайте в группу игры. Ну и даже в кейс последний какой-то у нас, типа у нас Эвил, ну да, он же тоже, да, 60 Эндермен Дроп, это так, столько умел, который я снижусь от смерти. Могу обладать таким миром. И все смерти могут стать. Мать, позади! Ха-ха-ха! Здравствуй, Эндермен! Он загромоздил свою местность. Я вас обожаю. Только не это, только не это. Только не это, пошли, да. Ну, и вот так. 20! Я от него понравилась. Да, ты ему понравилась. Надеюсь, это только был Эндермен. Ну ладно, всем удачи.